Меня зовут Гриша, я из Москвы. Приехал справлять Суккот. Сейчас мы идем с моим другом Артемом выбирать арба-меню. Трогательный момент, потому что, в принципе, немножко мы поняли, что нам нужно, и сейчас уже сам будет факт приобретения и выбора. Нужно очень ответственно к этому подойти, выбрать самые лучшие арба-меню и выполнить максимум заповедь лап. Эти итроги я видел уже такие образцы, они похожи на лимон, как бы один из видов. Ну, я бы не сказал, что прямо тот итрог, который бы я хотел приобрести, вот он тоже имеет свою прелесть, вот, но мы постараемся найти такой более пупырчатый, зеленовато-желтый и немножко более пропорциональный формы. Я чувствую себя рыцарем, который выбирает оружие для битвы. Оно должно быть прямое, крепкое и должно приятно быть как бы и внешне, чтобы ты его держал в руках, чувствовал. Здесь я подхожу как ландшафтный архитектор. У меня достаточно часто случается ситуация, где я выбираю растения. Я их смотрю со всех сторон, начиная от формы, заканчивая самими листьями, цветом, чтобы не было, может быть, каких-то там точек на листьях. Короче говоря, мы ищем идеальные растения.